Так, прокачиваться будем потом. Первым делом давайте заглянем в поместье и посмотрим, что там интересного можно в нем найти. Ключ от дома использован. Здесь у нас ключ камень Фараса. Тоже очень полезная вещь. Интересно, чья это библиотека? Ну, возможно, это Кио здесь так хорошо обосновался. А возможно, ему осталось это от кого-то в наследство. Так, здесь у нас еще один проход и подъем на второй этаж нам пока не нужен. Здесь можно наблюдать карту Дранглика, про которую говорил Кейл, которая выдолблена в камне. Ну, сюда мы еще потом позже вернемся. А в подземелье у нас скелет. Достаточно прочный скелет. И он всегда дает человечность, но он одноразовый, то есть костер его не восстанавливает. Осколок фляги с эстусом. Но здесь еще есть один очень полезный предмет, это сосуд души. И как раз при помощи этого сосуда и строун, хранительница огня, который у нас находится в Междумирье, мы как раз можем перераспределить наши характеристики. Но в самом начале делать этого не стоит, потому что еще прокачали мы очень мало. А вот потом уже вполне. И здесь у нас осколок титанита 3 штуки и 3 факела. Отсюда можно наблюдать злых свиней. Блин, да даже за то, что я на них смотрю, они уже начинают на меня агриться. Идите вы лесом. Не хочу я с ними связываться. Давайте прокачаем нашу флягу. У нас теперь целых 2 осколка. Что за нахрен? Вы издеваетесь, что ли? Ну вас нахрен. Блин, они даже не дают мне возле костра отдохнуть. Блин, ну я-то уже не совсем стартовый экипировок. Не могу за себя постоять. Если убить этих свиней несколько раз, то, по-моему, потом появится свиней еще побольше. Итак, нас отвлекли. Так, у нас есть 8500 душ. И что нам можно на них сделать? Давайте перед тем, как прокачивать что-либо, я думаю, стоит или не стоит купить что-нибудь у Маглина. Немножко поддержать его бизнес, так сказать. Для начала нужно купить на 1000. Так, что у него такого интересного можно купить на 1000? Например, одну перчатку сокольника, либо доспех пехотинца. Давайте вот купим один доспех пехотинца. Мне, конечно, нафиг не нужен. Да, теперь нам нужно отдохнуть возле костра опять и вернуться к нему снова. Можно пока пожарить тут шашлычок. Свинятина сколько тут навалило.
Магнин, почему ты так далеко от костра живешь? I've stocked some new things, and I thought that you might be interested. They've been selling rather well, and I may step up operations soon. I'm surprising even myself, to be honest. Сначала он сидел на полу, чуть ли не на коленях, теперь уже сидит на стуле. Did I mention before that, well, I'm not from these parts. I was on a journey, and somehow ended up here. The desolation here was disenchanting at first, but over time, things started to turn my way. Yeah, I've got a good few regulars now. They're all strangely desperate and quite willing to pay a premium. Sadly, some of them never come back, but I try not to think about it. Have you seen that warrior lugging that giant blue sword about? I'm no expert, but that appears to be a fine specimen. The monstrous thing has a peculiar design, quite unlike anything found in Volgan. If you should speak to him, would you ask him if he won't sell it? I'd have to take another look, but I'm confident I could offer quite a price. Парня с огромным мечом мы пока еще не видели. I've considered returning to my homeland, but I've decided to stay a while longer. I've started to turn a handsome profit now, and I can't bear to give it up. I considered returning. Давайте посмотрим, что у него появилось. А появился у него сет элитного рыцаря, доспех из многослойной стали, крепкий и надежный. За это его и любят элитные рыцари. Многослойную сталь часто используют дранглики. Этот сплав делают из руды, которую добывают в Южном Королевстве. Также у него еще появился сет солдат-короля, доспех королевский солдат-дранглика, выкован в королевской кузне, начищен до блеска и готов к битве. То есть помимо того самого полого доспеха, который мы находили, этот доспех, то есть в приличном состоянии. Так, ну и в принципе остальное все то же самое. Вот я теперь в раздумьях, покупать ли нам сет элитного рыцаря. Я думаю, что стоит его купить. Так как все равно у Маглина нужно покупать, чтобы дальше продвинуться по его сюжетной линии, поэтому мы купим у него сет. На штаны мне не хватило. Хотя, в принципе, у меня, по-моему, есть души. Хотя не так уж и много. Ладно, вместо прокачки купим пока сет. Так, нам нужно 2900 душ. Так, даже переборщил. Элитный сет рыцаря, конечно, хорош, но зараза тяжеловат. Поэтому нужно с ним поосторожнее. Так, перчатки и... Главное, чтобы наш общий вес не стал переваливать за 70%. В данный момент у нас 62,5. Конечно, чем ниже вес, тем лучше. Чем быстрее у вас будет восстанавливаться выносливость. И чем дальше у вас будут прыжки. Но прыжки, они будут... Ну, то есть, увороты будут дальше происходить. Быстрее, дальше. А, ну, до 70 еще, в принципе, терпимо. Вот после 70 все, вы превращаетесь в толстую, неповоротливую тушу. Так, давайте еще сбегаем по-быстрому к Солдуну. По-моему, он что-то может новое нам скажет. А может и не скажет. Look at our new neighbors. How they fret over all and sundry. Oh, those were better days. Oh, dear me. It really takes me back. Ничего особенного нового не сказал. Сказал про новых жителей. Но, кстати, мы еще пока никого нового Маджулу-то и не привели. Они только все только готовятся прийти. Так, ладно, душ на прокачку у нас не осталось, поэтому пойдем так. Так, пойдем посетим
нашего старого знакомого. Блин, не люблю, когда оружие стукается об стенку. Так раздражает. Так, и здесь нам обязательно нужно использовать человечность, чтобы увидеть знаки призыва NPC. Не то, что этот босс слишком сложный, и я боюсь с ним сражаться, и для этого вызываю на помощь, буду вызывать на помощь Пейта. Его просто необходимо призвать, чтобы дальше пройти его сюжетную линию. Здесь даже целых два знака призыва. Вот видите, один из них маленький. Это как раз знак призыва, начерченный маленьким мелком. А вот этот знак большой. Добродушный Пейт. И также еще можно здесь призывать наемника Луэта. Такой здоровый парень в броне Хавала и с двумя огромными щитами. Но, блин, этот босс и так не очень сложный, и если еще на него еще призывать целую толпу NPC, это будет совсем не весело. Пейта будет более чем достаточно. Последний гигант. Огромная высохшая тварь, проткнутый кучей мечей и каким-то огромным колом. И сразу же начинает бой с падения. На самом деле этот удар он делает достаточно редко. Топотунчики. Босс очень простой, медленный, поэтому тут даже особо заморачиваться не стоит. Нужно держаться просто у него где-то в ногах. Когда он начинает топтаться, просто немножечко отходить. Топчется он тоже достаточно медленно. Во второй фазе он просто тупо отрывает себе руку и начинает этой рукой размахивать по всей арене. Давайте посмотрим, возможно, добродушный Пейт сам справится с ним, но думаю, что вряд ли, слишком мало наносит ему урона. NPC здесь, конечно, во время боев они больше как эти, отвлекающий маневр. Сами по себе они, ну, есть, конечно, исключения, которые могут реально чуть ли не в одиночку справиться с боссом. Ну, давай, Пейт. Есть. Спасибо тебе. Не успела помахать. Итак, что мы получили? Душа последнего гиганта. Душа последнего выжившего гиганта из леса гигантов. Повелитель гигантов уничтожал и разорял целые королевства, но в конце концов пал от руки неизвестного воина. Его изрубленное тело отнесли под крепость и запечатали в гробнице. Использовав душу последнего гиганта, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. Пал от руки неизвестного воина. Ладно, не буду я пока ничего спойлерить. Так, возможно, кто-то не проходил или кто-то что-то не знает. Так, и также еще мы получили
Солдатский ключ. Ключ к солдатской двери приюта в лесу павших гигантов. Этот форт построили в лесу, чтобы противостоять гигантам, но теперь все солдаты стали полыми. Они потеряли силы, но не честь, и продолжают отважно защищать свой край. Ну что ж, я думаю, пора отсюда сваливать. Блин, классно, он так поставил ногу на камешек. И чтобы ускорить процесс, я использую косточку возвращения. Как можно заметить, Миленти у нас куда-то убежала. На самом деле она переместилась в Маджулу. Именно там теперь она будет обитать. Так, мы получили солдатский ключ и теперь можем сходить в места, куда раньше доступ был у меня ограничен. И сначала мы откроем вот эту вот дверку. Здесь больше никого не осталось. Солдатский ключ. Ага. Еще один поднялся. Шлем полого солдата. Кольцо восстановления и факел. Кольцо восстановления – это защитное кольцо, передается из поколения в поколение в доме Астерия. Постепенно восстанавливает здоровье. В священных землях Линдельта это кольцо олицетворяет процветание и долгую жизнь дома Астерия. Но это кольцо очень хрупко и легко ломается, словно ему не нравится, когда его принимают как должное. Мне тут еще один пехотинец подарил свой топор. Топор пехотинцев Дранглика. Импровизированное грубое оружие, наносящее незначительный урон. И оно действительно носит на 35 единиц меньше урона, чем обычный топорик. Здесь у нас интересные врата, которые защищает... Рыцарь в очень тяжелых доспехах. И этот рыцарь очень прочный. Не знаю, есть ли какой-то смысл сейчас пытаться его убить. В принципе, это вполне возможно. Если немножечко постараться. Атаки его достаточно медлительные. И можно его просто такими вот тычками потихоньку и затыкать. Только если он не начнет тут еще фокусы показывать. Ничего не дал. И эта дверь пока не хочет перед нами открываться. Нам нужно что-то особенное, чтобы ее открыть. Янтарная трава. И огромная пика. Пика из редкой гистали. Это оружие создавалось для лучших рыцарей Дранглика, поэтому оно так изящно выглядит. Гистали использовалась для создания самого лучшего снаряжения. Но этот материал был таким редким, что сделанное из него оружие в бою практически не использовалось. Практически как валерийская сталь в «Игре престолов». На самом деле эта пика не такая уж и огромная. Если не сказать даже, что она вообще, наверное, самая короткая в игре. Но выглядит достаточно эффектно. Требования у нее, конечно, великоваты для меня, поэтому оставим, возможно, ее до лучших времен.
посетим еще одно место. И здесь нам на помощь может прийти жалкий Афлис. Полезный фантом. Он поможет нам осветить эту темную локацию и также немного расчистить путь. Черная огненная бомба, косточка возвращения. Скелеты, слава богу, тут не восстанавливаются. Нету некроманта никого поблизости. Афлис достаточно прочный персонаж, судя по всему. И маска у него такая интересная. Еще один факел. Здесь сейчас будет очень жесткое место. С кучей броненосцев, стрелков и другой всякой нечисти. Здесь нам опять понадобилось бы ударное оружие, которое у меня... Хотя нет, у меня же есть ударное оружие. О, черт, Афлис спалил всю контору. Пока они там насилуют Афлиса, можно подойти сзади и немножечко их покоцать. Оу, выносливость. Да, в следующий раз надо будет обязательно сходить к вестнику и прокачать немножко выносливость. Давайте поставим Моргенштерна. Посмотрим, как он справится. Справляется он достаточно неплохо. Тем временем Афлис каким-то чудом выжил. Старинный панцирный шлем. Кнут. Человеческая фигурка. Полуторный меч. Душа и треснувшее красное око. Давайте все оружие, только что, которое я подобрал, я почитаю немножко позже. Для начала зачистим эту локацию, пока Афлис все еще с нами. Скоро его время истечет, и он исчезнет. Ладно, побьем пока Моргенштерна. Моргенштерн, по-моему, с немецкого переводится как «утренняя звезда». Я это оружие помню еще со времен Диабло первого. Успел. Все, Афлис у нас пропал. Ну, в принципе,
он сделал все, что смог. Янтарная трава, зеленый цветок. Я думаю, что нужно вернуть наш длинный меч. Для начала зажжем костер. Потому что в наш мир вторгся чертов дух, который попортит мне жизнь изрядно. Есть, правда, одна хитрость, как убить его. Достаточно просто. Так, а у меня кончились кинжалы, это очень прискорбно. Против магов эффективны кинжалы, чтобы сбивать их касты. На самом деле я хочу умереть, чтобы вам показать одну вещь. Не знаю, получится у меня это сделать легко или нет. И умирать сильно не хочется. Терять человечность. Бронник очень сильный маг. Особенно для начала игры. И вот он меня все-таки достал. И если он вас тоже очень часто достает, отцепись. Для начала заберем душ. Он появляется рядом с деревом. Точнее, рядом с мертвым гигантом. И после того, как он вас убьет, наверняка здесь появится семя древа гигантов, которое можно взять. И оно очень эффективно, когда к вам кто-то вторгается. Если вы его используете, то все противники на карте будут атаковать не только вас, но и вторгшихся фантомов. Теперь, если... Давайте я немножко выпью эстус. Мать твою. Ты можешь хотя бы не стрелять в меня какое-то время? Я хочу поставить семя гигантов и использовать его. И теперь только остается заманить этого красного фантома. Какую-нибудь задницу. Что-то он не хочет оттуда уходить. Давай, беги сюда. Тебя там уже заждались железные черепашки-ниндзя. Парни, я к вам клиента привел. Открывай, мать твою, дверь! Спасибо. Я думаю, ему там хватит. Ё-моё, ребят, вы чё? Вы почему его не бьёте? Вау! 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 Стоять! Все, этот черт побежден, и, к сожалению, я сейчас буду побежден тоже. Дали всего лишь одну человеческую фигурку. Или души, и можно весело бежать к костру. Что-то как-то эти ребята не особо на него агрились. Хотя могли просто его окружить и забить толпой.
И, к сожалению, я не успел прочитать лор Семени Гигантов. Но, скорее всего, позже мы еще раз найдем такой предмет, и я обязательно почитаю его описание. Большая душа гордого рыцаря и сет-охотника. Кожаный сет. Еще вдобавок дали метательный нож. И теперь можно прочитать все то, что я только что насобирал. Итак, кнут. Кожаный кнут на поле боя таким редко пользуется. Кнут хорош против ногой плоти, но бесполезен против врагов в доспехах. Очень хорошо скейлится от ловкости. Так, дальше у нас появился полуторный меч. Обычный двуручный меч. Тяжелые двуручные мечи, как правило, держат двумя руками. Отлично подходят для использования на свободном пространстве в бою с группой противников. Но не забывайте, что такие атаки заставляют воина раскрыться для вражеских ударов. Но не обязательно бить им двумя руками, можно в принципе орудовать и одной рукой. Из новых предметов у нас появилась черная огненная бомба, сосуд, наполненный черным порохом, взрывается и наносит большой урон огнем. В этом сосуде используется мощная взрывчатка из павшего царства Фароссы. Такие бомбы при неаккуратном обращении могут наделать много бед, и в Фароссе условия их хранения строго регулировались законами. Кожаный доспех. Доспех из мягкой кожи. Обычный элемент брони, сделан с некоторыми усовершенствованиями, легкий и удобный. Это обычный кожаный доспех, ничего особенного. Единственное, что в нем есть особенное, это шляпа охотника. Широкополая кожаная шляпа, такие предпочитают охотники-стрелки. Богиня-охотница Эвлана была вовсе не богиней, а просто очень отважной и искусной охотницей. Чем больше лет проходило после ее смерти, тем чаще рассказы о ней перерастали в легенды. Постепенно ее стали считать божеством. Что самое интересное, что в первой части Dark Souls эта шляпа принадлежала Фарис. Здесь у нас про Фарис нет ни единого слова. Ну что ж, я вроде как все собрал. Больше мне здесь особо делать и нечего. И теперь можно сгонять в Маджулу. И вот Милентия у нас теперь находится здесь. Majula. Not too special, if you ask me. It's just the place where everyone seems to end up. Everyone's so stingy around here. Everyone's... You're my... Итак, продает она все те же вещи. И теперь у меня, в принципе, хватает на то, чтобы купить у нее ароматную ветвь былого. И если у нее купить на 10 тысяч душ, то она вам подарит достаточно полезное колечко. И давайте как раз закупимся у нее на 12 тысяч душ. И поговорим. Кольцо с серебряным змеем плюс один. Павшие враги приносят больше душ.
дает приличную прибавку к получению душ. Серебряное кольцо с изображением змеи одновременно и слуги, и воплощение бога жадности Зиндера. Традиционно жадность считается грехом, но лишь трус боится любой тени. Давайте его как раз активируем, чтобы получать теперь больше душ поверженных врагов. Также в Маджуле у нас появился еще один персонаж. С ним мы уже тоже встречались. Это Кейл. You've made it. The map, I presume. Of course. Take a good look. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Did you see the flame on the map? It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. I would not venture far into that hole. It was blocked by a wall, something built long ago. But it was crumbling, and I finished the job. Now a foul sound echoes within. Did you see the flame on the map? It wasn't there. И этот огонек появился именно после того, как мы убили последнего гиганта. Скелет, к сожалению, не возрождается. И что самое интересное, в этом подвале, если присмотреться, можно увидеть осколки ничего иного, как великой чаши из первого Dark Souls, куда наш главный герой складывал великие души, чтобы пройти в горнило первого пламени. Это очень интересно, как осколки такого великого артефакта так просто беспардонно валяются в подвале какой-то лачуги в поселении беженцев. Так, у нас осталось всего лишь 1300 душ, и на них даже мы ничего не сможем прокачать. Но зато можем что-нибудь купить. Например, ту же самую рапиру. И мы можем отправляться дальше.